Всех приветствую, с вами Александр. Решил я все-таки вернуться в деревню новичков, добить квест по поиску останков. Пропустил я этот тайник, он находится в кроне дерева. И, собственно, теперь пообщаемся с музыкантом. Выясним причины. Нашел я тут какие-то кости. Где? В разных местах. Во дворе. Вот череп, кисть руки, голень. Ничего себе, дай-ка посмотреть. Вот, держи. Тварь проклятая! Так, у нас появляется полтергейст. Осторожно, чужой! Своих бы не зацепить. Так. Заметка о мутантах, полтергейст. Что это было? Откуда я знаю? Дух? Нет, скорее всего, полтергейст. Хотя нет, это был просто полтергейст, верно? Это ты у меня спрашиваешь? Дом ведь твой? Послушай, мне кажется, что теперь уже все не важно. Это уже не важно. Останки, что ты нашел, я предам земле. Тут на краю деревни есть маленькое кладбище. И сдается мне, что спать я теперь буду гораздо спокойнее. Вот, возьми немного денег в качестве благодарности. Ну что, пусть будет так. Выполнили мы этот квест. Отыскал я, наконец, все останки. Музыкант нас отблагодарил небольшой суммой денег в размере 2500 рублей. Также я решил здесь добить квест по поиску. Смотрите, какой-то тайник появился. Недалеко, думаю, стоит его проверить. Также я решил здесь добить квест Лиса. Он просил выкрасть документы у военных. Почему не выполнить, если мы находимся на этой локации? Возьму все, ладно. Нужно сходить на территорию южного блокпоста. Там находится военный. И попытаться выкрасть у них кейс с документами, который необходим Сидоровичу. Также у меня есть, осталось задание по поиску артефакта для лекаря. Не знаю, я пока его не встречал на этой локации. Возможно, я вернусь позже сюда. Так, какой-то сталкер лежит. История зоны, 2006 год, 12 апреля. Скорее всего, эта история будет в заметках. Надо проверить. Да, это дается информация, как я понимаю, о выбросе. Лис просил нас выкрасить документы и советовал пробраться вдоль забора по колючей проволоке. Говорит, там еще есть какой-то мусорный бак, а рядом с ним туалет. Ну, военные хоть, возможно, и заметят нас, но я думаю, они не причинят особых неудобств нам из-за забора, который расположен справа. Мы знаем, что они не стреляют. Так, тут даже не надо лезть через забор. Вот этот кейс. Кейс с документами сделан из огнеупорного материала. Возвращаемся к Сидоровичу. Именно для него предназначены эти документы.
Вот я тебе принес чемоданчик с бумажками. Лис спросил передать. Интересно, ничего нового, но тема раскрывается полнее. Судя по всему, здесь не все документы. Где-то должен быть второй чемодан, в котором остальное. Вот тебе меченый за труды маленький презентик, а Лису передай. Нет, не надо, с Лисом я сам свяжусь. Получены деньги 20 тысяч рублей. Вот это отлично уже. Итого у меня 30 тысяч. Возьму я пачку, две пачки патронов Калашникову. Неплохо. Вот так бы всегда. И что мы имеем теперь? Удачи. У нас остается как бы на этой локации задание по поиску артефакта для медика, каменный цветок, но я его пока не нашел, поэтому я думаю, есть смысл перейти на локацию и узнать у серого о стрелке, наводку нам на него дал Лис. И также задание непосредственно от Сидоровича, который просил украсть документы у военных. Думаю, на свалке и продолжить. Выбрался я на свалку, и тут, как всегда, бандиты прессуют сталкера. У меня ничего нет, не стреляйте! Это бандиты! Держи аптечку. Спасибо, друг. Я твой должник. Внимание всем! Говорит без командир отряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что, кто может помочь, присоединяйтесь. Удалось нам спасти новичка. Это уже хорошо. Так. Предложу я бесу свою помощь, конечно же. Привет, сталкер. Сталкер, ты как раз вовремя. Нам здесь сейчас очень нужна твоя помощь. Бандитское отродье пытается получить контроль над свалкой. Здесь полчаса назад была драка. Троих уродов мы положили, остальные братки отступили. Но они явно вернутся с подкреплением. Нас мало, и лишний ствол не помешает. Продолжай. Мы им устроим ту засаду, они пойдут со стороны не агропрома, с запада. Если поможешь нам уничтожить их подкрепление, то я в долгу не останусь. Хорошо, я помогу. Так, здесь все мертвые. Водичка. Медицина. Идут! Они идут! Отлично, мужики. Выдвигаемся на позиции. Сейчас я смотрю их, а там поболтаем, пока вы их не осмотрели. А где главарь ваш? Кореш, скажи, помоги! Спасибо, что... Не убивай, мужик, только не убивай! Так, у меня перегруз присутствует. Нужно избавляться от лишнего. Так, что это за плащ?
Одежда темных ветеранов. Ладно, пусть будет так. Все равно он лучше, чем у меня. Деньгами возьмешь благодарность? Возьму. Полученные деньги 13 тысяч рублей. Неплохо здесь так с деньгами. А нам нужно продвигаться к себе. Кто еще? Ну, свое дело мы сделали, поэтому я буду продвигаться к серому. Да, приходит сообщение от серого. Его отряд просит помощи. Думаю, стоит и ему помочь. Нам нужна информация о стрелке, которую он знает. Пока я отстреливаю бандитов, меня зомби прессуют. Так, еще кто-то остался. Молодцы, мужики, мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. Спасибо, что помог. Было жарко. Ты вообще откуда нарисовался? Я ищу информацию о стрелке. Улиса узнала о тебе. Вот и пришел. Хорошо, учитывая твою почти безвозмездную помощь. Слушай, меня будет ждать один из ребят. Бывший диггер. Кротом кличет. Он раскопал нычку стрелка. Не знаю, нашел он там что или, что-либо или нет, но тебе координаты места встречи с ним. И скажи ему, что ты от меня. Так как меня теперь стерегут, я теперь уйду в подполье. Вот, кстати, денежка в благодарность за помощь. Получены деньги 13 тысяч. Спасибо за информацию. Да, с деньгами здесь неплохо, а я думаю продолжить в следующей серии. С вами был Александр. Всем пока.